Здравствуйте! Вы на канале «Все в мире связано». И сегодня мы с вами будем вязать шапочку. Для этого нам понадобится набрать 99 петель. Так, я буду вязать 7 сантиметров в высоту резинкой 2 на 2. То есть 2 лицевые, 2 изнаночные. Мы их чередуем. И начнем. Для этого я взяла спицы номер 3, бамбуковые, к Knit Pro, и ниточки. Будем вязать в 2 сложения, красненькое и серое. Так, вот мы набрали 99 петель. Теперь переводим петельки на вот эту спицу. Таким вот образом перетягиваем. Вот так. Выравниваем, чтобы у нас не было перекручено. Вяжем резинку для лицевых, для изнаночных. Итак, я провязала резинкой 7 сантиметров, точнее 6,5. Вот. Дальше я начала вязать жаккард, уже его закончила. Ссылочку на этот жаккард я вам сброшу ниже под видео. Также, как легко связать его, любой жаккард, посмотрите мое видео на моем канале. На него я тоже ссылочку вам оставлю. Итак, жаккард у меня высотой 10 сантиметров. Вот. И как вы уже заметили, я вязала не красной ниточкой, а желтой. Мне показалось, что желтая ниточка будет выглядеть более интересней. Вот. Еще сюда я планирую на эту шапочку сделать какой-то бант или цветок желтого яркого цвета, чтобы придать этой шапочке больше красок, чтобы она выглядела ярче. Так, эту шапочку я вяжу для своей доченьки. Дальше я начала вязать желтой ниточкой и буду вязать до конца нашей шапочки. Итак, убавление я буду делать простое. Я поделю наши петельки на 4 части. Вот, ну, в общем, посмотрите. Итак, поехали. Так. Как вы помните, я вяжу бамбуковыми спицами. Они такие легенькие, гладенькие. Это Knit Pro троечка. Так. О, извините, не так. Вот сделаем тут такую петельку. Так.
будем делать убавление таким образом. Делим наши петельки на 4 части. Если у меня 99 петель, я их делю на 4, это выходит около 24 петель. Мы провязываем 24 петли. Провязал 23 петли, 24 и 25 мы провязываем лицевой. Возле каждого убавления я вешаю вот такие маркеры с ниточки, чтобы было потом проще не запутаться. И опять отсчитываем 23 петельки. 4, 5, 6... Двадцать один, двадцать два, двадцать три, 24, 25 мы провязываем лицевой. Вешаем еще один маркер. Теперь опять следующее убавление делаем. Один, два. Двадцать один, двадцать два, двадцать три. Убавление. Опять вешаем ниточку. Вот. Вот так. Таким вот образом получается. Так, и последнее. Один. Двадцать один. Так, ну вот видите, у нас тут не хватает. Значит, последние петельки провязываем лицевой. Провязав до конца ряда, мы продолжаем в новом ряду делать убавление таким же образом. Вот провязываем до нашего маркера. Вот осталось у нас 2 петельки. Мы провязываем их лицевой за переднюю стеночку. Вот так. Перебрасываем нашу ниточку красную и продолжаем дальше.
Вот осталось две петелечки у нас. Вот. Видно. Провязываем их лицевой за переднюю стеночку. Вот так. Переводим ниточку нашу и вяжем дальше. Осталось две ниточки, мы их провязываем лицевой. Вот так, вот видите, нет ничего сложного. Так, переводим красную ниточку, вот она не хочет у нас. Вот так. Теперь дальше, также. Так, у нас до ниточки красной осталось 2 петельки, провязываем их лицевой. Вот так. И также мы вяжем, так, перебрасываем нашу петелечку сюда. И также вяжем до конца шапочки наше убавление. Вот я убавила свою шапочку, у нас вот получились вот такие убавления. Вам должно быть видно вот возле каждого маркера. Так, вот здесь и вот здесь. У меня осталось петель около 50, и теперь я буду завязывать нашу шапочку. Вот. Я ее примерила, мне высоты хватает, вот так будет. Мы все уберем. Так, нам понадобится иголочка. Сейчас вот такая иголочка с тупым концом. Вот, и будем сшивать. Так, отрезаем ниточку нашу. Ну, где-то вот так. Сейчас. Ушко здесь большое. Попадаем без труда. Так, и делаем вот так. И поступаем следующим образом. Так. Снимаем. Наша ниточка. Один, два. Маркер наш снимаем, он нам больше не нужен, и дальше продолжаем. Мы хорошо стягиваем нашу вот шапочку, очень-очень хорошо. Так, нам нужно ее вывернуть, иголочку вот сюда, будем ее сшивать. Так, кстати, можете посмотреть мой жаккард с изнаночной стороны, это ниточки. Это я вязала эту шапочку с остатков пряжи, так что ниточки — это такой побочный эффект, можно сказать. Вот такой у нас жаккард, очень хороший, он тянется, ну, отлично все. Так, ну это мы все заправим, этого не будет видно. Так, и дальше. Так, вот хорошо затягиваем, вот так хорошо придерживаем. Так, и вот пронизываем. Затягиваем хорошо. Еще раз прошиваем. Вот так вот. Так, фиксируем теперь.
Вот, и у нас получилась вот такая весенняя шапочка. Вот. К ней можно еще понабирать цветочек. Вот, например, вот такой. Будет с подсолнухом. Ну, это так, в общем. Так, пишите свои комментарии. Если понравилось вам это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Также на этой неделе мне придет посылочка с пряжей. Я сниму видеообзор, так что подписывайтесь и посмотрите вместе со мной.